Всем доброго времени, граждане сыщики. На повестке дня подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против своей команды и команды своего противника. Наблюдается повышенная активность и чрезмерное количество круговых движений вокруг своей оси, что наглядно демонстрирует, что подозреваемый использует вспомогательную программу для перемещения по карте. Заметно явное использование помощи в прицеливании и автонаводку по триггеру головы. Подозреваемый перестает крутиться вокруг своей оси, однако уже достаточно было увидено для предъявления обвинений в нечестной игре. Учитель, я банда не боюсь, и если на бассейне, я сразу подкуплюсь. Играть я не умею, и в школе я учусь. Надо было ляпнуть, за это я возьмусь. Хочу я поскорее тебя убить, согласие поскорее это обсудить. Мне пофиг на команду и пофиг на тебя, желаю только глобала, вся моя братва. Методом следственно-оперативного эксперимента было установлено, что данный гражданин является жестким нарушителем общественного порядка и приговаривается к лишению права играть на серверах Steam за неоднократное использование вспомогательных программ. Что ж, задание выполнено. Мера пресечения подозреваемого определена, и настало время для следующего дела.